Дима, сколько хп, Дим? Хорошо, Дим, по-другому будет. Ола, амигос, и вечер. Добрый, с вами Квантум, с вами Кратос, с вами Медалист и с вами Хелдор. И добро пожаловать, это CSGO, новогодняя карта. Всем привет! Всем привет, друзья! Здорово, здорово! Новый год, наконец-таки, предновогоднее настроение, все дела. Будет много нычек, будет много веселья, желаю вам приятного просмотра. Мы будем начинать, поехали! Погнали! Значит, пойдем. Почему я показываю на куху? Давай, показывай на куху. Покажешь на кухе. Окей, показывай. Он другой показать хотел что-то. Я люблю новогоднюю карту из-за этого. Я понял, о чем речь, Антон! Тихо! Ты вспомнил, как я делал? Да, Антон, проверь. Вы понимаете, кто здесь папа маньяков, блядь? Вам спрятаться не удастся. Ладно, ребята, хорошо, вы не против, я найду ту нычку и буду... Я это видел. Так, не надо ко мне! А, это твоя голова была. А, не надо ко мне, а вот вы что, а что вы сюда вышли? А не надо, сидите, ребята, вам очко! Очко вам, товарищи! Знаешь, что делать? Я не знаю. Только угарно будет. Вы где там? Маньяк, выходи! А мы в дебилов играем, мы сейчас первые на погибание, в первую очередь. Вы дурачков играете, хорошо, я понял. Что? Нам весело. Откуда он выйдет? Он чпокнул, где-то он, похоже, телепортируется. Он где-то с этой стороны. Что это было? Дима, мы в доме. Это было только что, Дима. А, я слышал, это было страшно. А что застрял? Не нажал, ты что раньше говорить надо, уметь. Не очень. У меня все норм. Не очень. Он там так, кстати, не очень, блядь. Вот за мной бежит. Я могу помочь. Вот страшный какой. Да не, окно разбил. Спасибо, а что это дало? Иди, дурак. Стой, да, как ты меня заметил? Я видел. Я видел, как ты присел. Иди сюда. Быстрее. Я понял, что он сделал тогда. Нельзя постоянно кдэшить эту хрень. Он догнал меня. Хелдор умер. Помоги мне. Я тебе дверь открою, братик, Да не надо, я выживу как-нибудь без двери, конечно. Да, тут вообще супер есть херня прикольная. Он за мной бежит, ладно, сейчас зайду. Заходи. Мешки летят мне зачем-то. Очкушники, не заходите. Да можешь не закрывать. А, вы типа телефон. Закрывай. Да ты дурак. Сюда иди. Ты куда ушел? Блять, а где вы, суки, какие? А мы здесь. Зайди ко мне. Да зачем? Там страшно. Да покажу тебе. Да я видел там. Я назову планету именем твоим. Димочка, привет. Антон. Как твои дела? Как твои дела? Эй, ты че, офигел? Антон. Сейчас будет плохо, Антон. Нет, так он прожимает, алло, бля, так нельзя, Антон. На, попей. Антон! Да ебись, Дима, страшно! Беги, я задержу ну, его! Ну тебе пизда, Антон! Беги, брат! Я как-нибудь... О. А, там подлететь надо, подлети, ты выживешь! А чё ты не подлетел? О, Антошка, привет! Подлетай! Антошка! Пизда тебе немножко! Где он, Антон, наверху? Нифига даже так? Тили-тили! Ну чё? Привет, блядь, она упала! А где? Антон! Антон! Антоша! Он меня коснул! Упал, блядь, ко мне, да? Ты сам упал, Дима, я думал, что... Ну ты же тоже... Ты же обосрался? Обосрался. Ой, промахнулся, что ли? Дима, ты что до сих пор не научил? Вот я так же сдох. Охренеть, страшно, да как? Без шансов, Данил. Че, побежали? Пошел в жопу. Конечно, побежали. Жопа. Тебе жопа. Уже 25-й год. Жопа растет. Так 20-50 секунд, блин, нормально. 50 секунд. Живи. О, нифига, сверху пишется шанс победы. Знаете, какой шанс победы? Какой? 50 на 50.
Нормально. Слушай, у них, бля, нихуя математика. Типа, смотри, Данил, ты либо выигрываешь, либо не выигрываешь. А, я понял. 50 на 50. Еман ты упырь. Да что ты ушел, Брадик? По-моему, дерево не из земли, а из воздуха растет. Да. А где ты, медалист, ходишь? Кустовой, блин. Кустовой медалист. Тихо, какой тариф куст, блядь, подсказочку. Ну, тариф куст, тебе подсказочку дал. Я увидел его. Ну, у меня просто было слишком мало времени. Ты где? Да, слишком мало времени. Где-то приземлилось, по-моему, не? Это вот тут свои сдохли, пацаны. Все, Данил, красава. Где ты выжил? Я здесь выжил. Господа, нам нужно спрятаться, маньяк-медалист, и давай, бежим. Давайте, бегит за мной, бегит. Да? А что ты сделал, вопрос? Бегит. Мы-то побегит. А нафига ты лестницу украл? Это не я сделал. Вор домашний. Сюда, бегит. Санта дарит радость, а не ворует радость. Понял, ты украл радость. Сюда, бегит. Заходи. Что за звук? Кто там это? Пацаны. Да. Хотел сейчас со второго этажа. Что? О, ребята! Я знаю, что я сделаю. Данил, будь там. Данил, будь там. Вы что? Нет, слышь, вы что, мыши? А. Вот вы мыши, блядь, снова спрятались. Беги. Антон, ну, закрывай! Нельзя той хуйней пользоваться! Ребята, вы где? Вам помочь? Вам помощь нужна? Экстренная Антон, помощь? Антон, он во вход пошел, держу я в курсе. Я понял, я вижу. Шершень медалист, отвалит меня. Блядь, ну... Фок. Сука. Да вы задолбали пугать! Да ты что делаешь? Ты зачем кидаешься? Он на втором этаже, Данил! Это Халдор на втором этаже. Нет, медалист тоже. Медалист тоже. О, нифига там нычка. В нычку зашел. Что делаешь, что делаешь? Данил, прикол. Нет, прикола сейчас не будет. Там граффити есть где-то, медалист. О, медалист, привет, девочка. Медалист, привет. А что за чпок-чпок-чпок? А что за чпок-чпок был? Отойдите! Назад отойдите! Да отойдите, блядь! Блин, краб, отойди назад! Блин, краб, ты долбанный! Почему оно не работало сразу? Да потому что он тот краб! Где вы? Обосрался! Ты краб, блядь! Медалист, ты где? Ну я первый! А то ты не лох, Антон! Красавчик, Антон! Красавый лопател, Антон. О, привет. А я что, на очереди? Ну и кухон. Да, я с тобой не договаривался. Данил, беги. Бегу. Ты что сюда прибежал? А куда мне бежать-то? Ты что сюда прибежал? Беги. Беги, беги. Саня не умеет по кабинету бегать. Ты что упал-то, Саня? Да я не упал. Я ушел. О, бежит. Я чучело. Блин, как мне трудно бегать по этим вашим каракнизам. Каракнизам, даже выговорить не можешь, Дима. Да вообще я, блядь, разговариваю, ты слышишь только на роликах, а ты меня заставляешь меня нихуя. А чё ты упал-то, Дима? Нифига себе. Ты дурак, медалист, зачем ты упал? А ты чё упал? Так. Я специально? Нет, ничего интересного. Что? Данил, ну это подло. Антон, там мы должны вместе быть. Антон, иди сюда. За мной посмотри. Таня, блядь, тебе пизда. В смысле? Ну, блядь, да, ну это ебаный карниз, блядь, жопа. Я просто за ним смотрю, он... Еман. А что это за комната, подожди? О, чуть... А, нет, а где медалюга? Я думал, это необычная комната, это... Опа! Понял, где медалюга? Я только так нычки нахожу, только так нычки нахожу. Офигеть. Да, на каждом шагу. Где тут, блядь? Где тут, суки вы? Это чуть не сломалось. Он тут ходит, Дима. Медалист, где он? Где психика сломалась, когда он с нами начал записывать. Слышишь, где Саня, подсказку? Лишний раз я тебе хочу сказать, у меня ты сломалось. Саня, ты понял? Ема. Есть подсказка, пожалуйста, нифига, чтобы вас найти, работяк. А, блин! Ты чё, придурок? Ты что, придурочный? Ты привет. Зачем это сделал? Ты зачем так пугаешь? Да чё, ты можешь брать Деда Мороза. Ты так меня сейчас напугал, просто обосрался, серьезно. Тебя. Хорошо. Халдора никак. Да, за мной, иди за мной, иди за мной, иди за мной, иди за мной, за мной. У нас проблема. У нас нет проблемы. Пизда, да? Саня, там что-то справа идет. Саня, у тебя проблема, Сань. Нет, все окей. все ок. Хоп-хоп, чига-гоп. А ты нычку спалил-то, дядя? Вообще-то. Ну, он, видимо, блядь, ему спалил. Чё бубнить-то? Чё бубнить, да. Да не, по-моему, как-то. О, полетел. Улетел.
Данил? Красавая лабораторная. А ты где? А ты где? Где маньяк, я знаю. Иди сюда, бляха, ну сука. Беги, 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 беги. Да пусть бежит. Вы достали, блядь, карнизные войны! Убери карниз и все, и нахуй повис, блядь! Саня, беги! Саня, в окно! Давай! Не попал, пизда тебе! Нет, ты где там бегаешь? Нет! Блин, как это? Минус Рачелос! Почему такие маленькие окна? Охуенные окна, здоровые! Окна огромные! О, привет! Ну, сука, ну нельзя карнизы использовать! Ебать медалистам это за... У меня же дно, блядь! Я просто дно на этих карнизах! Фига, наверное, проходит филигранно. Иди сюда, драку, блядь, устраивать будем. О, попал, смотри, слышу, бежит сюда, за мной. Блядь, давай, алло! Давай, давай. Ты 2 минуты со мной бегать собрался, спортсмен, хуев, блядь. Иди сюда, жопа толстая. Ой, нет, я сейчас сдохну. Дима, а что случилось? Что? Ой, пошел нахуй! Ты умер в моих глазах! Нет! Иди нахуй, что случилось? Ты умер! Я тебя ножом пырнул, блядь, и второй раз добил. А потом у тебя, блядь, залагал интернет. Быстрая рука, блядь, тебе. Нет, Дима, у меня интернет залагал, я потом в окне застрял. Вот, и я тебя убил в этом саном окне. А ты, блядь, это, побежал дальше, тебе ж похуй, у тебя этот ебаный интернет. Все, ты умер, ты я выиграл. Нет, смотри, нет. Я подожди. Умер! Да нет, приди, ты умер, меня. Я выиграл! Нет, а я тебя уже убил, понимаешь? Не-не-не, я здесь. Вот ты, сука, какая, блядь! Старая сра, кляча, блядь! Пизда. А почему, блядь? Сколько у тебя жизни? Я тебя один раз пырнул! 30 хп осталось! 30! Ай! Уже 25. Куда ты, блядь, ушел? Он чпокнул. Он чпокнул тебя, медалист. Сейчас посмотрим, кто кого. Как дела, медалист? Я проебал тебя. Я не понимаю, блядь, ну это тупняк, ты у меня сдох. Я тебя один раз в спину ебанул сзади, понимаешь? И у тебя жизни вообще не должно остаться. Каким хуем ты живешь, я вообще не понимаю. 30 хп у меня. Для ну интернет это вообще просто. Нет, читерский маневр. Очень читерский, поэтому я выиграл эту игру. Офигеть, такую минуту просто вырубился. Ну, больше ты выиграл. 3, 2, 1. И... Какого? Я не знал, где он появлялся. Головка, бля, пиздец. Ты я понял, это было очень хорошо. Ты сможешь, брат. Более чем прекрасно. Мы пойдем с вами. Дверь, хорошо, дверь есть. Открыта. Обратно дверь. Закрыта. Спасибо. Ой, по-моему, ваш план не сработал, ребята, немножко... Да. Он немножко умнее. Тут, а здесь, а там? Обошли Хелдора. Мы еще раз такую хуйню сделаем. Дверь открыта. Хорошо, дверь открыта, сейчас я подойду. Дверь закрыта. Какая, блядь, безопасная, хорошая. Дверь открыта, дверь закрыта. А как ты меня догнал? А я срезал углы, оптимальное прохождение. Я же, блин, пилот Формулы-1 нафиг. Мы на первом, если что, этаже. Ага, Хелдор на втором, если что. Привет. Не летит, не два кепчика. А, да, там, блядь, голову видно, сука. Дима, по-моему, вас заметили. Я понял, пацаны, вас. Как вы попали туда? Петуч, я пошел. С первого этажа надо заходить. Ай, беги, блядь! Понятно. Беги! Да, пацаны, ничего, что вообще кепчики вижу. Беги нафиг, беги! Вы такие вообще молодцы. Спасибо. Пожалуйста. Я Дима, так и знал, свали, падла. Блядь, потому что теперь я могу это нажать. Ты иди это туда. Ты сейчас нажал. Я так это и знал, что вы подлосы сейчас это сделаете. Я же ожидал этой подлянки. Не. Дима, ну идет, Дима, он прям в окно залез, Дима. В смысле, а как он так сделал? Да легко. Умный. Дима, иди ко мне, я тебя спасу, Дима. Я вот раливал. Сейчас придет. Дима, живи, пожалуйста, Димочка. Конечно, сейчас он будет жить, я придет к тебе. А что за парапет такой дурной-то? Чпок, чпок-то постоянный. Дурак, Данил, у меня чпок не работал, ты сам ушел, блядь.
Да ладно! Спасибо, брат. Ты его ко мне чпокнул, придурок, блядь! Я тебя чпокну! Сам себя чпокни для начала! Да блядь, Антон Руина! Зачем ты его, блядь, кинул ко мне? Ой, хорошо-то! Я не хотел, чтобы он сам чпокался. А я нахуй тут пришел, блядь. Он сам взял и чпокнулся. Фига тут нычка, блин. Да не говори. Чпок-чпок. Че ты стоишь, смотрит? Мне интересно, не пали меня. Окей, тебе не палит. А медалиста ты спалил, да? Значит, тебя не палить. Чини микрофон свой. Да хуй тебе, блядь, этот обман же починю. Не починю теперь я его, потому что ты за мной идешь. Я его уволю, пацаны. Я не знаю, как вы, блядь, вы как хотите, а я его уволю. Беги ради папы и мамы, если услышишь шаги. Ебать, тебе повезло! Еще раз повезло очень сильно. Невероятное везение просто. Думаешь? Да, тебе так не должно было повезти. В этом я точно уверен, более чем. А тебе повезло. На основании чего не понимаю. Пизда мне, блядь. Зато ты сразу понял, что с тобой не так. Ребятки, сейчас такое покажу. Давай, что ты нашел? Пойдем. Кратос маньяк у нас. Кратос ни разу не найдет такое. Думаю. Давай. Ну да, Сань. Да, блядь. Нет, в принципе, надо. Нет, стой, не нажимай. Это когда нажимаешь? Да, ты можешь вот так вот, в том-то прикол. Здравствуйте! Понял все, как. В смысле, что там такое? Сейчас увидишь, Антон. Только встаньте, блядь, туда, алло. Алло, встань, Данил. А он на диван реально. Антон, второй этаж, на второй этаж иди, Антон. На второй этаж, да, иди. Мы на первом этаже. Только ничего не делай. Мы на втором этаже. Мы на втором этаже, вот граффити остались на втором этаже сейчас. Хорошо, ладно, иду. Иду на второй этаж. Бля, нет! Ну нет! Матрас такой крутой! Матрас мой зал, а то... Димон, иди сюда, прикол покажу. Смотри. Чё? Все, стой там, тебе надоело стоять просто, там очково стоять. Тебе надоело стоять? В смысле очково? Хотя не факт, может... Ты зачем нажал, дурак? А чё вы все вылезли-то оттуда? Ебло, блядь, кто нажал? А что случилось, я не понял, подождите. Пошел? Что? Стой! А где Антон-то? Он сейчас придет к нам и завалит нас. Я не знаю, где вы. Да, Антон, мы... Окей. А вон он пока... Он знает, где мы, вали. Он уже идет, он уже план строит. Дима, блядь, ты мой подарочек, знаешь, Дима? Прямо в ручке, Димочка. Дима, ну иди сюда, опа, Дима, опа, нет, опа, нельзя. Опа. Сука. Димон, идите, помогу, да? Димон, заходи на второй этаж, там комната такая с дверью дергающейся. Приходи, не бойся. Ну нет, нету их тут. А куда я не пойду. Вер. А ты, блядь, сдашь меня, да, бля? Она на ролик смотрит. С чего бы вдруг ей смотреть маньяковку? Скидывайте ссылку ей, господа, на ролик. Давай, Димон, заходи сюда. Ну ладно. Димон! Оно бежит, нахер! Дебил! То есть ты меня позвал к нему, блядь, в гости? Да куда же всё, там дело плохое, пахнет керосином каким-то. Димочка, иди сюда, писюнами пахнет. Не-не-не, прости, друг. Ну смотри. На в лицо. Можно, блядь, на, и мне? Он тебя порежет, кто-то подошел в упор, ты дурак, Дима. Да я не вижу, у меня в лице. Я к нему вышел, нахуя? К нему, он тебя порезать мог сейчас. Пацаны, вот так же могу делать, и все. Петучи! От него пахнет девственностью. Здорово, я больше не могу нажимать, если что, держу в курсе. Я могу! Вы оба нажимали уж лёгкие. Нет. Дима, сколько хп, Дим? Хорошо, Дим, по-другому будем. Сука, так и знал, блядь. Давай, иди, дай поговорим. Открой дверь, Кутумес. Давай, спасибо. А я к
блядь, своя попытка так и не расходовала. А он там сидит, блядь. Это было очень смешно. Дима? Заходи. Попытка. Ай! Вы там, блядь, сидите. Мы там, да. Ты чё, блин, думаешь? Умный самый. Я тебе тоже в ответ кидать буду. Ситуация вышла из-под контроля. Ты тоже сбежал? Конечно. Вы чё сбежали? Нафиг мне неконтролируемая ситуация. Я хочу контролировать ситуацию. Я ушел, у меня четко все. Вообще найс. Заря, медалист. Ты где, медалист? Нифига, куда ты залез? Да. Я тебе говорю, тут все вот эти вот, вся мебель, короче, она интерактивная. Развивающая, блядь. Да. Будь. Антон, ищи петуха. Антон уже нашел его. И Дима в этот момент убежал. Ну, Дим, ты сам себе определил этот статус и свиньи. О, минус Дима. Я прямо к нему залетел. А как? Там же никого... Антон, это ты еще лучше. What the fuck, нахуй? Ты еще, пупсик мой, ты нахуй тут делаешь? Ребят, ну что ж, на этом все. Это был CSGO, маньяка, снеговик против Деда Мороза. Понравился ролик, пиши в комментариях, как он тебе. Не прощаюсь.